Привет, друзья! Мы находимся на территории Екатерининского парка. Вот сейчас стою возле пруда. Он скован льдом. Возле лодочной станции лед убрали, чтобы уточки могли плавать. Очень много здесь уток, голубей. В основном все приносят, конечно, хлеб и кормят уток и голубей. Администрация парка поставила вот такой аппарат для корма птиц. Написано: корми птиц правильно. Порция стоит 100 рублей. Но сколько гуляю по парку, пока не видел, что кто-то купил этот корм. В основном кормят тем, что принесли. Береги птиц. Написано. Хлеб наносит вред птицам. Мне кажется, они настолько уже привыкли к хлебу, что никак он на них отрицательно не влияет. Просим вас не кормить водоплавающих птиц хлебом, печеньем и другими продуктами с вашего стола. Такая пища наносит вред птицам, нарушая их пищеварение и отравляя их организм. Уток и чаек можно кормить только сбалансированным кормом. Видите как? Да, бросайте корм в воду небольшими горстями. Птицы заметят это движение и поплывут. Администрация парка поставила вот такой аппарат. Здорово.